Писатель Захар Прилепин на форуме России на ВДНХ в Москве представил новый сборник произведений об СВО. Вместе с ним участие в этой презентации принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Все мы с вами живем в пространстве исторической памяти. Насколько мы сохраняем эту память, настолько мы ценны и самоценны как нация, как народ. Крайне важно в момент события записать это событие. Записать это событие так, чтобы угадывались герои, угадывались персонажи. Если нет записи, так устроена, увы, история. Это событие, даже если оно героическое, оно не остается в национальной памяти, оно исчезает. То, что происходит сегодня на нашей родной, ненаглядной, любимой Украине, это, конечно же, станет частью нашего национального самосознания, как события в Древней Киевской Руси, как воссоединение России и Украины и так далее и тому подобное. Книга — это, мне кажется, вот та основа, чтобы наше население могло сплотиться. Сегодня у молодежи есть определенный информационный вакуум, поэтому абсолютно вот эти рассказы, которые сегодня написаны, они должны, на мой взгляд, вот как отца троих сыновей, они должны лечь в основу, может быть, если не школьной, то внеурочной программы. С учетом того, что Захар участвовал в подборке этих текстов, а еще послушав ребят, которые сейчас выступали, ну, на самом деле, очень с хорошим слогом и с хорошо поставленной мыслью, я думаю, что там и эти произведения тоже могут стать по-настоящему эталоном и сами по себе высокохудожественным и долгоживущим произведением.